штаб. Дистанции, ответь, прием. Экипаж номер один. Экипаж номер один — это Григорий Трегубов. Выступает братец 9-го года. Он чемпион УФО национальной гонщицы серии Кубок клубного ралли. В абсолютном зачете. Чемпион России 12-го года. А это наши гости, поскольку ралли наши международные, это гости из Казахстана. Это пилот Листопад Ярослав и его штурман Лазарев Виктор. Третий экипаж также выступает в классе в абсолютном зачете. Это Макаров Евгений и прекрасная Елена Зорина. Ну, они же много...
самолеты. Я Вавилов Василий, я представляю экипаж номер 37, Кузьмин Вавилов. И за участие в этой гонке замечательной я бы хотел поблагодарить нашего главного спонсора. Это объединенная махачкалинская IT-компания. Они лидеры в сфере IT-технологий. Сейчас у них уже есть 186-е процессоры. И буквально скоро, через 3-4 месяца, им привезут 286-е, последнюю разработку. Поэтому спасибо, ребята. Спасибо. Круто. Ралли «Медвежий ключ». Кузьмин Вавилов. Oh.
1, 2, 3. Туда нельзя. Oh,
pleasant about their place. Even your emotions had an echo. So much space. Расскажите, как гонка прошла? Хорошо. Прошла. Я очень довольна, скажем так, второй частью гонки. Первая, скажем, она была бессмысленно быстро, слишком быстро. Прямые, фактически повороты, которые не требуют каких-то действий, кроме смелости. А вот вторая часть в районе Павловского, там прям настоящий рубик. А сами довольны тем, как поехали? Да. Примерно такой результат, что... Ясно, спасибо. Хорошая гонка, хорошие спецучастки, ровненькие. Скользкие, правда, немножко, но в общем и целом нормально. Организаторы молодцы, праздник устроили для местных жителей неплохой довольно. Слишком затянуто получилось, приходилось очень долго ждать перед спецучастком, но в целом как бы очень довольно-таки интересно, спецучастки. Только пропуск. Давай снова попробуй.
И тут мы, А потом! Он умеет меня запикивать. Да. Ну, все-таки, а чего не железное оказалось у вас? Вот, да, где там, на подпросе. Он сказал, слышь, давай тише ехать. Ну, зачем нам это? Было дело, было. Есть грешок. Жена, дети, ну, все такое. Машина беструбная. Вот так вот, ралли, как бы, все-таки тоже, блядь. Миша, у людей вот. Мнение, что у всех стальной очко. Да нихуя! Нет, если не желал.